Меня зовут Собранькова Оксана. Я бы хотела рассказать о моем прадедушке. Мой прадедушка Сазыкин Виктор Александрович родился в 1924 году в селе Ахманово Бакалинского района Республики Башкортостан. Был призван на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал от фашистов Украину, Крым и Польшу. Войну закончил в Германии, в городе Бреслау, командиром расчета 4-й батареи в звании младшего сержанта. Вернулся домой в 1946 году, награжден медалью за отвагу. На сайте «Подвиг народа» есть выписка из приказа о награждении. В ней говорится: «Товарищ Сазыкин – участник боевых действий на Северо-Западном фронте, где в боях с немецкими захватчиками был дважды ранен, из них один раз тяжело. В период пребывания в полку Образцова выполнял все задания командования. Я помню и горжусь своим прадедушкой».